Сейчас много кто создает группы с прогнозами, где все обещают золотые горы. Эти деньги наш билет в хорошую жизнь. Но наговорить и наобещать можно многое, поэтому судить надо по статистике. Вот стата побед и поражений нашей группы. Я думаю, она говорит сама за себя. Четко. Ставки – это всегда риск, и никто не сможет тебе гарантировать 100% победу. Но мы можем гарантировать, что по нашим прогнозам твой шанс победить станет значительно выше, а на длительной дистанции ты выйдешь в плюс. Ссылка на группу ВК и Телеграм в описании. А в телеге помимо прогнозов еще и промокод на 6000 рублей. Всем доброго времени суток, это Гудвин. Сегодня мы записываем стратегию фарма трех линий. Только это все будет идеально, блин. Идеально будем фармить все три линии и собирать не танковые итемы, а соберем кристалл бэка в 6 дамажащих слотов через талант на дополнительный урон от пассивки. Если кто не в курсе, то вот эти плюс 30 урона за эффект вархпап, это будет плюс 64 урона, ну, вместе с тем, что уже имеется. Получается, 64 урона за эффект, можно максимум набрать 9 стаков, это 500 урона дополнительного с руки. Если купить там 2 дейдауса, какой-нибудь дизолятор, ты подходишь, бах, и выдаешь крит на 2,5 куска. А учитывая то, что будем оверфармить, блин, побежай, учитывая то, что мы будем оверфармить, это вполне реализуемо. А, смок у меня в этом лежит, да? Да, ну, не нужны, походу. Походу, не нужны смок, действительно. Так, сразу съем тангусик. Подошел, подкрытил. Ну, если что, я по ТПшке готов. Ой, хорошо. Манга есть, иди. Так, ну смотри, Зань, у меня 4 манга, 2 хилки. Если тут ошибаешься в этом месте, то я подведу там крипов. Все, у меня второй левел. Со вторым левелом можно спинкой танчить. Подводить крипов или ты сам? Сам, пока не полезь. Давай. Только не забывай, что мы их нужно будет встретить, иначе не успею вернуться. Да, хорошо. Ну, все, иду скищать. Слушай, а можешь тех ты подвести в такую пачку? Угу. Как ты? Тебе манга хватит? Да, хватит. Ну, на эту пачку хотя бы. Давай. Как там, нормально пока? Нормально, все отлично. Все хорошо. Угу. Я думаю, может вангвардик первым мы это делаем. Слушай, давай так, чтобы не без риска. Да. Так, один опять раньше бежал, ну ничего, такое случается. Это жизнь, да? Либо ты ее, либо она тебя. Классно разговаривайте, хуя пацаны. Так. Ай, стопили. Тувачку успеваешь? Да бля, у меня не атака. Успеваешь. Хорошо. Да, но у меня манги, у меня, кстати, заканчивается. Подожди, подкрай. Встретишь, я тебя похилю заодно. А, сейчас секундочку. Да, иду. Успеваешь? Нет, не успею уже. Ты эту Саню заберешь или подвести? Лучше подведи. Я подведу черту этой жизни. Чё? Ты чё, Джигинал в голову ударил? Ауе. Сейчас привезёшь мне вангард? Ну как, идите. Да. Ты курей купи, а я этот. Да, я уже веду курю. Все. Вот. ЖВК верну, чуть-чуть попозже. Да. Мешается. Саня, ты сам загоришь? Да. Я выложил вангарда. Ну и шакал же на опрейшене. Самое главное, он пробивает медведя. Хи-хи-хи, кура, сука. Подожди. Вообще, пока я... Свинья на куре. Нужно встретиться. Все, встречаю, бегу. Все, ой, хорошо. Все, ребят, мне, я думаю, даже хил не понадобится. Ну, тайминг вообще шикарный, вторая минута. Блин, подачи тут крипы за Саня. Шестой уровень, тебе бы фейзы добавить. Серьезно, да? Который придет тебя гонять. Он пожалеет, мне кажется, об этом. Да. Если какие-нибудь будут против Баунти Хантера. Ничего, у меня вообще все шоколадно. Встретишь красотку где-то?
Я корни буду кидать теперь. Слышь, красотка, ты чё, блядь, моего медведя трогаешь, овчарка, я сейчас приду, блядь. Так, я скинул ботинок. Таня, ты купи чуть-чуть на манус, я не знаю. Мне прийти ботинок? Да, подожди, я ещё мангу выложу. Выложу ещё мангусы. Да, хорошо. У меня, правда, ТП когда? Не-не, в перспективе, мне пока... Слушай, пока я, не... я, по-моему, очень нужен. Но... Только ради манга, да? И то но... фура может манга быть. Нет, хипов подводить, если... Окей. Сейчас успеешь, я... или я могу оформить? О, это шиша. Так, подожди, у меня зачем. Я крипы забыл. Миш, ты куда побежал? Миш, ты куда побежал? Не знаю. А чего? Ты F1, наверное, нарвался сейчас. Ой-ой-ой, крипы куда? Вы куда? Крипы. Не, у меня тут крипы куда-то поперлись. Что за херня? Крипы забыли. Меня баунтихантер убивает. Мишу убили. А. Да, блядь, я секунду. Я... Фура переходит. Я понял. Блядь, поздно понял. А я вообще не понял, почему мне герой туда пошел. Я не трогал контрол. У меня герой стоял на удержании позиции. О, тут саки, Саня. Да? Много? Два, могу третий сделать. Подожди, я сейчас снизу хочу пачку. А ботинок? С ботинка? Я пьяница. О, ребят. Так отцепились. Понятно, что делать, это бы там. У меня мана закончилась, парни. А, я бегу. Ко мне, Саня, ко мне. Я встретил их. Бой, а, на меня тут луна трогает. В каких местах? Я ушел. Да вот рысь. Я пошел за нижними. Миш, дай мне контроль над друидом, пожалуйста. Там отцепились, нет? Нет, я... Один только. Он пожалеет за то, что, блин, связался со мной. Руна, пора. Сань, нужно будет встретить через 10 секунд. Я пока что повожу их еще. Ну я корни на медведь кидаю. Да-да. Попробуйте колечко, парни, выбить на ману. А, я дал контроль тебе. Угу. А, веду к себе огромную пачку, Сань. Ее нужно встретить обязательно. Сейчас. Я это захватил. Ну, там супер большая пачка, Сань. Супер, надо... сочная? Ой, сочная, блядь. Сочная. Она же, блядь, из нее аж соки льются. Сань, что сейчас будешь покупать? Изолятор, наверное. Хотя нет. Ёб, нет. Ты такой привлечёшь? Спасибо. Да хоть что-то, с маной проблем нету. Если будете пополнять, если я кэрри, мне нужно сквозь... Ой! Я заберу точку. Я заберу 10 секунд, я залью. Я могу привести сейчас до залёта. А, подождите, можно мне в любом случае октарин нужен, я, наверное, с октарина начну, он манориген даст. Давай, Скай, хотя бы. Ой. Кая для октарина, что? А ты тогда веди курву за поинт-бустером, за этим. Давай, подождите, это же блустон. Ага. Октарин никогда не давал это. Ну, ребят, ну что, 140 крипов, могу вас поздравить. А чё так мало? Ну, бывало имеется, знаешь. Помнится, мы тут играли на кинта. Да-да. Ой, вкусно. Выложишь, да? Да, блять. Ты два этих пока. Да. Выложил. Ой, забери, там кто-то сейчас пиздит. Я взял. Фу, он чуть не украл. Итемы. Которые я выложил, прикинь. Да, жестко было бы. Ой, отвали, ой. Ой, хорошо. Такой ярый мимо медведя ходит, мне тут так перегирит. Подожди, вот. А, вообще идеально. Все, я пошел. Так, 13 на 7 минуте. Not bad. А это учитывая то, что мы вот. Ниша такая Ниша. Вот реально Ниша ходит, бегает. Так мило. Патрулирует. Миша. Кура-кура. Да я знаю, что кура. Каждый раз. Это длится уже 2 недели. Каждый раз хочу убить курьера. Сань, кисточка есть. Слушай, это клево, я же кэрри быстро бэк. А, не, давай уже тогда с этим, с мистик стафом принесешь. Угу. Я здесь загрю. Ты можешь туда стак закатить. Натуре, стак зафармить здесь лесной. А, я тебя криво привезу. Давай. Там маленький, но все-таки. Ну как маленький? И вам враги ничего не пишут, типа, ну блять, каждый день бывает, ну. Охренеть. Игра. Ну, в России. Ой, как же я кайфую, ё. Эй, погоди-ка, бля.
Так получается. У тебя сколько донесли? Подожди, подожди, но мне надо следующую пачку хватать. О, промышл. А, еще не нужен. Все, мне нахтарин хватает. 28 минут. Да у меня подожди, у меня же кура сдохла. Ты б мне дорогой слушай крейси качал на самом деле. Понял. Я сейчас на хосте промышлку медведя вложу. Забери, пожалуйста. Да. Саня, помощник нужен. Я на Артуру корни дал. А, лучше тронт есть. Блин, живик я заявляю. Я уже забыл даже. Почему я так разговариваю? Потому что я взял таблетки, а не оказалось воды. Таблетки, да, надеюсь, набери минус. Вот он как. Снизу, о, в миди возьмете? Да хватит! Уши больно! Ой, Артурка! А че мини так и бог не взяли? Ну ладно, засмеяли. Ну все, просмеяли хипов. Ебаный медведь. Всё, кур, а я уже все собрал все октагин. Все хорошо. Руны, да. Возьмите серу. Маня, не возьмешь? Октагин мне нужен, чтобы больше стаков получилось набить. Ну и с маной проблем не было. Слушай, это можно и до ТФ, ВТФ, кстати, отправить. Шутка это? Сань, можешь забрать все эти вот? Да, забираю. Угу. Но. И от приступа смеха могу в ближайшее время умереть. Слушай, ну все, я больше туда за ней иду к тебе. Я только в фурион помощь. Кисточка, сейчас. Братан, ты уверена? Братан, ты уверена? Да ты уверен, братан? Нет, я беременна. Покажи пизду по-братски. Что тут сказать, это фантастично. Можно тебя понюхаю? Нижняя башня Нагаса. Ребят, ты вкусно пахнешь. Можно я тебя понюхаю? Бля, что за изгощуги, блин? С кем я записываю? А что это вообще будет штука? А ты для меня с новой стороны, бля? Вообще-то... Это я. Марфа отторил, кстати. А, изолятор скинул на базе. Угу. Чё, прям лететь? Да, прям, только маны еще. Прям лететь, заходит. Да? И еще, пожалуйста, две пачки манго. Картошку фри не надо? Да, да. Да, спасибо. Да, бля, надо было выложить. Ой. Единственное, это получается Акторин, Лангвард, изолятор. Получается так. Да. Заберите крипов, пожалуйста, сэр. Кушать подано. Че, можно и в Дейдаусу погнаться? И до 25-го как раз дофагмим себе. 6 лотов. На 17, наверное, 25-й будет, да? Ну да. Че нет? Еще книжечки еще. Да я могу еще что-то подфармливать на самом-то деле. Я могу не крипов на теку подержать, чтобы тебе не нужно было на них отвлекаться. Че у них там по фарму? Ну, Михи промэншилд, он на медведя, поэтому он отлично тащит. Ну что, ну я так смотрю, они достаточно... Да там тоже отфармленные. Нам луна топ сломала, если вам интересно. Не, не интересно. Молуны. Брагос, ты сбежишь мной? Да. Ты меня контролируешь. Леняш, бля, ушел. Ой. Лицевые отвратительные парни, честно говоря. Блять, мерзко. Можешь подвести аппарат сюда? Он явно хочет что-то. Тут БХ хочет у меня с яйца волосок задрать. Да ничего, блядь. Сегодня день какой-то. Последний, что ли? День черемухи. Черемшичный. Сань, я отказываюсь держать крипов, мне морф убивает. А, сейчас я ему, блядь, покажу, может быть. Парни, они делают. Пушат. Причем бодро пушат, скажу вам. Причем. Братан, блин.
Что-то неплохо пушат, они до Т2 не дойдут, потому что там крипов. Вам покажи пизду. Елишь еще раз с медведем? Секундочку. Да, конечно. Где аппарат? Так вот же он. А поэтому не рад. А Фуриона бьет сейчас снизу. Снизу. Бля. Ладно, успею, надо взять да. А, Кристаллис сгинул на базе. Нет, не успел. И пожалуйста, маленькая. Пожалуйста. Большую пачку мангусов. Маленькую или большую? Большую пачку мангусов. Так, даем Казиона, ждать вместе, пожалуйста. Загол. Так, ладно. У меня ТП 15 секунд. Окей. А, он у меня трек висит, кстати. Ха-ха, бля. Ингер, бедняга. Не могу этих хрипов стопы забрать, что-то слишком. Да хе, забей. Ты новых переключись. Так ты урон инвиз, Миш поднял. Чего? Подожди, а я... А. Я лечу. Так я её снял через этот, через урон. Накинешь мангуса? Да. Всё. Ой. Всё, сочно. Так, я не беру талант на иголки, беру талант на здоровье в секунду, наверное. Ваша да, здоровье в секунду беру. Там морф с собой танчит. Есть что-то? Надо фармить пока. Пока возможно. Подожди, а где? А чё? Почему крипы не сагрились? А, нет, сагрились просто. Миха, ты там не погибаешь, Миша? Не-не-не. 320 крипов. Вот тут проверьте, может. Ой, смотрите, хорошо. Смотрите, что это. А, он плов. Они, смотрите, что делают они. Морф отерил купил. Да и хексим. Тут луна напала на медведя. Ах, сволочь. Ребят, снизу может кто-нибудь, пачки привезти? Прям сейчас или вот эту? Ну вот эту вот, да. Хотя... Миша, заберешь на топе? Бля, а я уже на боте забираю. А зачем на боте? Я ж не смогу туда... А что ты сказал? Кто-нибудь срочно на бот? Я побежал срочно на бот. А, тогда... Все, отлично. Все, тимплей пошел. Так, а че я, кстати... Ага. Че, я тогда на топ возвращаюсь постепенно. Давай. Кстати, сколько надо будет доедалось мне принести? И я пойду и походу им лица ломать. Сань, я ульту нажму, потому что нужно медолдер. Можешь привести мне рецепт на доедалось? Они ломают бит. Да, на фонтане лежит, но рецепт на доедалось. А, ладно, не лезь. Все, не надо мне ничего они приносить. Не надо приносить. Я понял. Глиф нажмите. Минус минус 100. Да все. Все, надо драться. У меня нечем драться, у меня все стало. А мы можем, знаете, что сделать? Умереть. Пока... Без того бульдозер идет нормально, сейчас разорит. Чё-то я пока на медведя пялился, это обнаружил, что не калится. Слушай, видео! Морфа, стычки можешь? Сейчас, секундочку, вот этому плюшку выпишу, блядь. Поевши. Сюда наверх пойдет. Да, ну да. А, ПТП нажал. Так, ну все. А дайте Саня этот ландрейс. Я Артуру отдам. Дай. Саня, Артур, извинись. Не, мне нормально. На самом деле. Спасибо, приятно. Ты видели, как я выдал бы голову одному второму? Че-то вам. Да, а кстати, кто книгу стырил? А, никто не стырил? Так, я в тебя вкидал. 17 минут. Подождите, я вижу. Вижу Мотлинга. Но он не ожидает. Такой подставы. Скорость атаки маловато. Да блять, замёкся. Ну блять! Ну кемпер нормально, кто сломал? Да блять, замёкся. Чё, кто сломал? Вард? Думаю, вардик. Вышка наверх. На, блядь! Сука! Вы видели это? Это рвань просто. Тут ВТФ по-любому. Просто задрём нахуй мультик.
Так это еще таланта 25 лет нету. Ой. Тупо секс. О, бля, не. Надо еще дальше. Лягушачий шпекс. А можем БХ в мидл убить? А у меня доступно. Я шпагат поставлю себе, подойдите. Там морг, там морг. Давай не надо. Просто загрузь меня, свинья. Слушай, что она себе позволяет? Подожди, Миша, погибаешь. Ладно, пришло время этих сучек. Это просто святый, Саня. Че это убивать? Ой, мне дали... Я ее просто это заблочил, чтобы... Мне лучше аппарата. Один удар, на. Это аппарат. Ой, еще я пахал меду убил, парни. О, куда он целился вообще? Это была фатальная ошибка. Не нужен гоним. По-моему, гоним, Саня, весь получше, не? Что-то я видел. Керасы? Что-нибудь, нет. Чтобы быстро бегать и быстро бить. Саша Яша, кстати. Ну, Саша Яша слишком мало дает. А? Ну, скорость атаки нет, можешь морфа убивать. Так просто я... А мне не нужна скорость атаки, я подхожу, делаю один дюдак. Да еще один дейдаут, да и все. С морфом, наверное, не прокатит. Да, агоним же вообще идеален. Агоним идеально. Агоним, а что он дает там? Он... Ну, плевки по всем, это конец. И очень легко... Главное, цели нет. Они... То есть мне очень легко заряжать заряды. Заряды для, ну, варпафа. Мне надо целиться, и я только, с помощью, да. Только с помощью аганима я смогу набрать зарядов так много. Понял, понял. Его что? Ладно. Чё, блядь? Аквилла выпала, надо кому-то? Аквилла... Нет, наверное. Блять, у меня мана закончилась. И можешь крикнуть сюда? Выложи Акторин через 3. Саня, на счет 3 выложи. Раз, два, три. Да. Акторин выложи. Выложил. Ну ты на пол выложишь. А, меня это убили. Там просто БХ я пошел. Давай, давай, побей меня. 25-е. Ну, сейчас начнется же, да? Ребят, Фура, ману завезешь? Можно? Я на фонтан выложу этот. На фонтан выложу агоним. Мне нужен будет твоим. Что, ну это курия, он же за одну ману забьет. И ману за одну залить. Я выложу все. Мне ТП-шку отменили, поэтому я сейчас. А, подожди, да я сам слетаю за. Говно на видео. У нас морф меду ломает. Ха, убили лоха. Это прикол. А. Тебе аквилла, Сань, может нужна? Сейчас другого убить лоха. Монориген. М? Монориген интересует, аквилка. Все, мне дальность атаки больше нравится. Окей. Хотя, что там еще нейтрального есть? Нейтральный философский камень могу тебе предложить. Да не-не. Так хренж. У нас клон 3 брони. Не, нормально. Ого, я видел Баунти Хантера. Есть досты? Ну да, 7-7. Подожди. Бля. Они не хотят больше драться. Во-во, нашел. Пардон, сучу, может заводиться. А он под достами, он под бусом. Огнем делать тимбер, да? Или так. Слушай, я не знаю, что-то я хочу еще один. Нет, да и дал, нафиг не нужен. А что еще купить? 13 секунд положишь рюкзак? А, погоди, у меня тут дело есть. Не дает мне пропушить. Так, рыбы там есть. Так, вот эти главное заставите. А вот Даник живет. Ну они поняли, они убивают живых. Кринжевик. Да ничего страшного. Давайте тогда навалимся, чтобы того. А. То есть ты сразу угадал. Есть осы? А, да. Нет. Есть. А, есть. О! Саня, вас заберут. Не-не-не. Вартка за 3 секунды. Ты, блядь. Мы тавр забрали, Ты чё собака, блядь? Гарпы тапа выключился. Давай топ, Саш, не хочешь сразу? Можно? Чего бы нет. Вот, видишь, я могу себе 9 саков сделать. Смотри, сколько у меня атаки. То есть они за каждый, да? За каждый белок этот? Смотри, тебя тычку выдумал, блядь. А, крит не выпал. Да, сейчас крит выпадет, блядь, ты охуеешь.
Это странно, Сабаха не убил скрита. Сайт назад. Варда нету. Дерем. Да, немного. Немножко было плохо. Так, чего мне не хватает? Тагаски может, блядь, тагаску и все. Сатаник. Да не, я толку не убью суки. Хотя нет. Эбисау можно, Эбисау и... Эбисау хорошо, так будешь моментально блинковаться. Да, Эбисау. Видишь цель, есть, сразу ешь ее. Нет, не надо сейчас покупать. А я могу сейчас продать? Да, Морфа вот так можно высечь моментально. Ставлю на бэбэк Маулич, сейчас они там пойдут крону ломать. Надеюсь, мы парни, не поиграем. Здесь поиграем, что скажешь? На батмане? Сколько за меня дали, кстати? Тысяча всего? 1009. Мало. Ну это все меняет. Но на самом деле Луна больше всего мне дамажит. Есть лпа ко мне на топ? А на бот. Ну, чё, ребят, потеряем 40 секунд. Потеряем 40 секунд. Мид отдаем, остальное. Если не пойдет скоро. А, ебать, она быстро убегает. Блять, она быстро сломает. Есть чё, глиф? А есть этот? Не, зачем вы потратили? Ой. А есть чинилка? Нет, чинилки нету. Чинилки просто нет, надо было... А, ну вот так вот. У, а сука, тут... нападаю. Она развалит за тебя. Хотя... Ой, да им хуёво, блядь. Топ. Морфлинг топ ломает, ребят. Угу. Да не новый был. Умер, но его засейвил барак. Лохо. Хорош. Есть пугнуть его? Ой, ебать, блядь, ты обосрался. Даже пугнуть не нужно. Нормально. Топ аудио. Да хуй с ним. Я будет Эбисон, но не будет байбека. Че еще думаете насчет этого? Надо тогда сильнее спустить. Эбисон круто. Эбисон тупо максималка просто. А Морф выкупался ведь, да? Раз ты его убил, а потом он убил тебя. Что, я не помню такого. Я не видел. У Яшана бы можешь убить? Да, Морф он... Все, есть Эбисо. А какой-то посмотрели, что он выкупался. Если чат открыл, там не видно. А там слева есть ползунок. Чего? Три. Ого, два. Один. А, ёб твою, это реально ползунок был. Ёб твою. Что, на Рошана идём? Век живи, век учи. Да, на Рошана уже бежим. У нас луна в виду. Спасибо КБ. Волна. А, так для этого есть? А для чата не сделали. Подожди, покажи луну. Можешь её забайтить? Да тварь! Ой, хорошо. А может нафиг туда, Рошана? А, вон, парни, меня Морф убил сзади. Я луну убил. Да фу, ты ёпта! Не, не аппарат, ёпта. Вот тут двое. Сейчас я им, блядь, нахуй покажу, сука. Бустон у тебя. А у меня орчат есть. Вот аппарат убили? Аппарат. Тычку. Да это, блядь. Бида. Слушай, Морфа убей быстро, ты его сюда убьёшь. Сейчас, я залез. Хочу сделать, я хочу, чтобы он думал, что меня тут нету. Я сейчас его быстренько поймаю. Обисал он. Пом. Так Рита где? Три удара не открыто. Там два удара было до этого. Пида, ну что за кое? Так и даже башта не выпал. Вообще ничего не выпал. Конечно осуждаю, ну как тут не осуждать? О, Рошана. Как говорится, осуди и осудимым будешь. Я вот так сейчас отпушу. А сейчас выпадает 30 гритов. Сейчас мы что хотим? По низу, по топу? Или, нет, фронт, или подраться? Надо было талант взять, хоть. Парни, вот он. Хорошо. Саня чихнул, сопли во всех полетели. Коронавирусом, походу, всех Саня... заражал. Так. Надо Сане было показать, как руку использовать. Чтоб не разобрать. Ребята, они сплетят две стороны. Нам нет смысла помидать. Так, а мы же можем сломать им трон возможно. Если мы пробуем, мы не, я хочу еще помучить воду, немножко прокизать воду. Если вы понимаете, чем. Вот возьмешь. Стрижешь фонтаны? Да. Да, он в лесу. Это иллюзия. В лесу сидит, пойди. На боке Тимбер.
На темпера можем? Хорошо. Слушай, голосую за рокеру, если могу. Голосование. Голосование, да? У меня брони, кстати, мало. А чё в миди трогается? Саша, а тут даблкил не хочешь? Вижу. Реально даблкил стоит. Мартин. Нужно Сия. Смотри, за тобой сейчас летит. Все, я его спрыгну. Манту, матру, манту потратил. Марту. Мантру. Слушай, ну морфа вас не убил. Да я пытаюсь. У него нет манты, манты нет. Это мансинский есть у него? Чебупели. Да блять, тварь ебаная. Ой, сбили. Я подойти не могу к этой сопле, блин. А я ломаю, не трепи. Ты, по-моему, не бьешь, а чешешь. Ну да, такие ударчики у меня, конечно. Какой человек такой и лучше, такой и, да? Да. Славик. Он ногами умеет махать. Тогда я многоножка. Чё? Они видели меня, даже не пытаются бить. Потому что это бесполезно. Чё, по топу? Я хочу слотики напрять. Я, наверное, силу куплю, реально. Бха. Первое сейчас. Дал даст на Баунти Хантер. Ну, наш урон по сравнению с твоим это вообще. Давайте на этот, на бараке. Это чё за херня? Ты чё, блядь? Человек. Нет, ты живу. А, Баунс Хантер мертвый, да, тогда живу. Пси? Тут дырки, кстати. Ага, по низу теперь, спокойненько. Ну там крипы. А под фонтан можешь под вардом? А про то это. А, нет его. А, БКБ. Вард не отдайте. А чем вард вообще является? Вот этот построй. Это же даже не постройка. Это как что? Это юнит? Как змейка, да? Угу. Смотри, как очень. Молдаш. Еще один нажал на всякий. Я могу третий еще нажать. Давай. Наверняка. Сань, спиной. А я есть агвы не сейчас. Так, все, я есть сейчас. О, нуль ту просрал. Да. Он сейчас ультанет. Я отхожу, отхожу. Не хочу умереть. Гоп, последний сыграл? Давайте. Да, подгрузим. Отходим. Аккуратно, а ты далеко? Так, там Т2 стоит. Ну, пешочка. Все. Динамо. По кайфу закупайся, по кайфу. Ну, долго анимация сопли. Саш, морф в миду не хочешь? На самом деле, у тебя идема нет и снова нормального. У тебя какой-то... А? Собака бомба. Собака у меня выпала, вот. Иди ко мне. Может сейчас еще что-нибудь выпадет на атаку? Можем посмотреть на месте. Они что, в троны хотят? Они по миду, да, ползут. Максимум, что может выпасть, это паладин сфорт. Блять, ну она хуевшая. Орвай дистракшн. Ребята. Я спорти поставлю, я вот я. Окей. Да слушай, у меня была манта одна. Больше не сломать на быстро. Но постраховать можно, тем более фурион у нас нормально. Там тимбер сломал. Я без достав, сори. Ребят, меня сейчас собьют. Саня, ты байбек есть? Байбека нет, аккуратно. Бой на экзор. Я орчу дам. Давай это он не ебашу. Я за луной лечу. А где хиты мои? Я бегу за луной. Здравствуйте, вы арестованы. А, блин. Просьба снять штаны. За сплит пуш. Дайте квас под глаз. А? Собаку. Хотя 13% для без табака, это по-моему вообще. Че там 13%? Я бисал. Не, фигня, надо что-то выбить двое. Повкуснее. Че есть? Будет страшен какой-нибудь разве что. О, телескоп. О, блин. Нам бы в хорошей катке телескоп. Нам бы вчера его. Да. Или завтра. Завтра. Сегодня, завтра. О, спайдер-квекс! Идеально. Ну, кстати говоря, сэкономишь на сквозь бега.
нахер, Саша, я шапку попал. 505 муспит. А, 550. Все, теперь с меня точно никто не уйдет. Такая херня бегает, это же жуть какая-то. Ну, шардика не хватает. Ну, еще огни можно схавать. Всегда. Ульта не долетел. Подожди, они там, они там. Ульту потратили аппарат. Недоморфий? Орчи, орчи дал. Ай! Под нордом стоишь, нормально. Думаешь, я тебя не докидаю? Я тебя сотрю, блядь. Так, компак давно не делали, парни. И это, судя по всему, не сделаем, да? Уверенно. Ай! Не, херня полная. Давай встанешь медведем. Да много не встанешь, Саня, не видись, это... Да похоже, да, Миша, хорошо не посоветует. Какой Нипа? Может, он решил просто всем сообщить, что Нипа говно. Блядь, я не знаю. Не, ну я согласен. Кто Нипа? Походу, парень. Походу... Она тоже не вдупляет. А что еще купить можно? А я куплю. Я сваливаю. Что-то не в порядке с челом. Так. Кто слово скажет, что я говно? Аппарат. Я. Все, меня экипов дефают? Ну, они до талого сражаются. Мне до 30 вот тут капелюшечки. И еще один свободный слот. Надо забить чем-нибудь. Наверное, еще один доедал. Сколько? А, нет, или копир, вот трешот. Опера, островчик. О, тут сейчас БХП кажется. Нормально. Ну ты смотри, всех не хорошо, только не успеешь. Не, я всех не буду. Так, соблюдать баланс. Почти половину. Кстати, Куры, куда ты летит? Михаил Щекоткин, походу. На настоящий мокрин? Да. Ой, хорошо, лупим. У меня вообще да правда нет. Сейчас ты палка на телефон. Да блять. Гни. Крит? Когда крит выпадет? О, нормально. Кстати, нормально так опыт присыпало. Ну я соло экспо оставил. Я специально умер. Ну. Пам. Кстати, знаешь, что надо? Я, короче, ну, 4 пачки манго покупаю, сейчас прилечу тебе кинуть. О, спасибо. Блядь, ну это жуткий снах такой без тобой не приснится. Это реальность. Реальность разница. Не, ну если я 10 стаков буду, у меня там киты по 3000 сейчас будут. О май гад, был, Данила, ты чё, крейзи? Листо блэкабл? Блэкабл. Бэкабл, тогда уж. Бристо бэк. Сколько? 3000 осталось. Надо эти штуки захватить. Я бэк. Бристол бэк стар. Миш, ты можешь захватить? На топе. Ради экспы. Бристол бэк, это что, блядь, от Тимати, что ли? Очередная фэнтеза. Бристол бэк, да, вот это. Спасибо. Рэпика есть. Чмчи. Тимати. Акторин, выложи. Бесплатный реклам для Тимати. Тимати его. Давай. Шаума. Это еще не все. Кто там не насрал в ухо? Так, ну шо? Ты все? Если сейчас умру, ребята, я могу умирать. То я без бэбэка и без гапири. Не, я вообще быстро. Я умру вообще в лед. Через аппарата. Народ! Мы по одному усекаем, он сюда нас провал. По одному. Без луны справится. Усу. Да, умрешь. Она просто шерла. Удачи смерти.
Давай других пока. Надо манту из него выбить. Так, БКБ вывели. Хорошо. Рампага, рампага. Где? Неа! Ой, я ударил еще на трион. Привет, ютуб. А сколько у меня хипов? 542 хипа, 38, 37 килов 1. На смех, с Новым годом. Мипа что-то пишет с Новым годом. Так, 1000 ОПМ, 1300 ОВМ. Ну, ОВМ дики. ОВМ дики. Ну-ка, я хочу посмотреть. Ёп, вы посмотрите графики, как я жестко стартую. Полетел. Просто перефарм 2 с лишним раза. Блин, если бы алхимик мог бы стоять, представьте, как бы график выглядел, если бы я был бы с пассивкой алхимик. Это вообще бы, просто был бы вертикальный бы. График просто вертикально бы шел. Не, ну прикольно. Это было забавно, мне кажется. Это достойно лайка. И мало того, что это достойно лайка, это еще достойно того, чтобы вы постригли пост-ролл, где... Мы рекламируем наш твич, на котором стримы проходят каждый день от лица Артура Влада, и через пару неделек и я тоже присоединюсь. Поэтому мы с вами в одной лодке. Раз и... Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.